Давай, пока есть немножечко времени, расскажи что-нибудь о себе, чем занимаешься, как узнал про нас, почему решил прийти сегодня сюда. Всем привет, меня зовут Дмитрий. Я узнал о вас с Ютуба, вот, и решил участвовать. Занимался сам, думал, около года, может, немножко больше с внешним единоборством. Вот, но это было 2 года назад. В прошлый раз я проиграл. А что 2 года делал? Ну так, для себя тренировался, работал, развлекался, растил сына. Ну, наверное, больше развлекался. А, нет, я думаю, что, конечно, все в первую очередь растил все-таки сына. Ну, такие вот. Можно промолчать? Нет, нельзя. Ну ладно, что ты, не будем тебя стеснять. Бандаж одел, капа есть? Да, да. Так. Давай застегивай перчатку и поведай всем, кто на тебя сегодня будет смотреть, кто ты, за что ты и почему. Давай. Ну, держи сам, что ли. А в чем ты себя до этого пробовал? Пробовал во многом. Шоу «Голос» на Первом канале. Хотел, но решил пойти сюда. Ну, выбирал. Туда потом. Да, это более там. В общем, хотел попробовать, мне интересно, красиво, посмотрел выпуски до этого, понравилось, почему же нет. Все, сейчас посмотрим, насколько ты хотел. Парни на середину! Итак, вы меня до этого слышали, правила помним и не нарушаем. Внимательно слушаем меня, беремся честно, активно, ну и главное, уважаем друг друга. Руки пожали? Оглад! Давай. Готов? Готов? Поехали! Активнее. Стоп! Стойка! Дальше, дальше, дальше!
Сейчас подниму, души. Стоп! Стойка! Продолжаем. Ой! Лицо. Показал бы что-то получше. Но я надеюсь, что в принципе это тебя не остановит. Либо на этом ринге, либо на другом ты покажешь, да, что ты можешь. Я попробую больше что-то. Увидел свои минусы, уберу их. Попробуем еще раз. Лады, спасибо, что пришел сегодня к нам. Спасибо. Ты действительно крут.